прошлой передаче мы с Игорем тестировали три цепочки. Победителем стала цепь от компании Орегон, победив штиль и хускварну по мягкости и быстроте пиления. Но это еще не все достоинства данной цепи. Цепь эта имеет автономную заточку. Вот сейчас у нас стоит именно такая цепь. Давайте ее затупим специально. Итак, цепь затупили, пробуем, как она пилит, тупая цепь. Вообще не пилит. Очень тяжело, не пилит. Надо ее заточить. Для этого имеется специальный комплект заточной. Мы открываем вот этот язычок, открываем пилу, у нас уже стоит камень. Камень никак по-другому поставить нельзя, только вот в этом положении. И самое главное, камень мы должны установить только с левой стороны. Обратите внимание, вот в два отверстия попадаем, фиксируем и закрываем. Все, мы включаем пилу, нажимаем на рычаг, цепь доходит до камня, точится, но у пилы есть масло, масло попадает на камень. И для того, чтобы цепь точилась, продолжалась, есть вот специально такой золотой зуб, который чистит камень. Заточка примерно 3-5 секунд. И вы опять, у вас острая пила, вы опять готовы к работе. Заводим бензопилу. И производим заточку. Вполне пригодны для работы. Отлично. Итак, мы с вами напилили блинчиков. Но какая же маслица без блинов? Давайте печь блины. Так, мы все для этого приготовили. И как всегда, надо сделать любимый шведский факел. Итак, сейчас костер разгорится, и мы поставим блинов. Мягкий огонь, кладем жира, пробуем. Ну что, огонь у нас не горит, сковородка не греется. Ну, первый блин, как говорится, комом, и отнесем его к кому. Работайте с энтузиазмом и никогда не теряйте чувство веры, правильно? Абсолютно верно.